как видим, уже след кто-то пробил впереди меня. Вон она едет, Нива, Шевролет. Если бы, конечно, не Нива, Шевролет, мне было бы здесь на моей машине уже тяжеловато было бы очень ехать. А может, даже пришлось мне вернуться домой за мотобуксировщиком. Ничего себе, блин, в степи-то уже снега прибавляет. Все-таки тягун ночью был. Ротан у нас отходит. Тоже, наверное, кто-то из мужиков поехал посмотреть, посидеть на удочку, порыбачить. Раннее утро, время 10:10. Загадываем желание. Ну, замело конкретно. Что-то и лопату я в этот раз с собой не взял, но зато взял лыжи. Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сибирский скиф. Приехал я на очередную рыбалочку порыбачить. Как видим, народа у нас уже нету. Ротан у нас уже отходит. Грубо говоря, впадает он у нас уже в анабиоз, то есть в зимнюю спячку. Мордушки я не проверял ровно трое суток. Трое суток не проверял мордушки. Накидывал я туда... Что я накидывал? Чеснока. По вашим комментариям почитал. Накидал я туда чеснока. Утром заехал я в магазин. Взял я свиную печень, именно печень, чтобы кровоточило. Одеваем лыжи и едем проверять мордушки. Сегодня мне придется, ох, как попотеть. Трое суток стояли мордушки. Лед намерз. Так, многие задавали вопрос, какие у меня лыжи. Лыжи у меня обычные лесные, 1,65 м. Взял лыжи, так как уже плоховато, уже не камильфо идти по снегу, а на лыжах все-таки побыстрее бежать будет. Одеваем лыжи и уже идем до нашего места назначения. Дошел я до места назначения своей рыбной ловли. Как видим, у нас все лунки затянуло снегом, вообще ничего не видно. Снова я забыл взять лопату. Болото абсолютно все пустое. То есть вот мужичок приехал, который на Ниве, и я, больше никого нету. И еще здесь ходит лисичка Патрикеевна. Как видим, все в следах. Если ротана поймаем, то мы ей оставим гостинец и кусочек оставим печени. Подкормим лисичку. В принципе, если она здесь ходит, она где-то здесь живет, значит, в камыше. Ну ладно, суть не в этом. Берем печню и начинаем долбить потихонечку наши лунки майны. Кто как называет. Я думаю, мордушки все-таки стоят. Никто их не трогал. Хотя, кто его знает. Сейчас посмотрим, вскроем майну. Посмотрим, там ли мордушка или нет. Я думаю, результат будет сегодня отличный. Но, как говорят, загад не бывает богат. Ладно, все, вскрываем майну. Первая майна была у нас с мордушкой вскрыта. Фу, тяжеловато. Лед сантиметров 5-6, как обычно. Как всегда, я забыл проволоку, чтобы достать поплавок. Ну ладно,
будем доставать шумовкой. Тоже, в принципе, можно достать. Не все так критично. Вот так вот раз его. И достаем. Ух ты! Тяжеловато идет. Ну вот и все. Как и говорил, что ротан у нас отходит. Две. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь штук. Все. Ротан у нас отходит. Впадает в спячку. Можно сказать, засыпает. Семь штук всего. Вообще ни о чем. Ну хоть кошакам будет. Теперь что-то либо чеснок ему не нравится, либо что-то другое. Но мы копыта выкинем уже. Лисички-сестрички. Также выкинем легкие, потому что они уже не кровяные. Пусть лиса кушает, Патрикеевна. И все. А сюда мы засыпем свежее мясо. Так, 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 один кусок берем, закидываем, одного хватит, достаточно будет. И устанавливаем обратно. В субботу все, приедем снимать ее всю мордушку. Просто всю. Ну. Так. Все установилось. Сейчас руку помоем. Так. Ну, в принципе, все. Как сказать. Улов не порадовал. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. Ну что, выдалбливаем вторую мордушку. Итак, вторая майна с мордушкой была выдолблена. Сейчас подойдем, посмотрим, все же, что же там есть. Как уже сказал, что, ну, ребят, все-таки правильно говорят и правду говорят, что ротан засыпает в середине декабря. Уже, как видим, что, ну, хода у ротана нету, как по перволедью. Так что идем, поднимаем вторую мордушку. Посмотрим, сколько там есть, как уже сказал. Закину я по куску легких туда печени, то есть не легких, а печени. Старые легкие повыкидываю, а куски печени я покидаю туда мордушку. И они у нас стоят уже все крайний, можно сказать, последний раз. В субботу мы приезжаем с Сашкой на мотособаке сюда и снимаем. Так что идем проверять вторую мордушку. И останется у нас самая большая. Как так, я проволоку-то забыла, друзья мои. А? О, тяжеловато что-то идет. Тяжеловато идет. Здесь тоже не густо. Не знаю, то ли чеснок их отпугивает, то ли хрен его знает. То ли всего ротана выловил. Парадокс. Парадокс. Большой, я думаю, тоже немного будет. Вообще он. Вот он хороший такой прям. Попался один. Ладно, иди погрейся. Четыре ротана, пять. Пять ротанчиков всего. Попалось. Так, копыт выкидываем. Лисички, сестрички. Так, одного ротана забираем и легкие тоже выкидываем. И закидываем сюда печень. Пусть кровит. Неужели чеснок отпугивает? Ребят, напишите в комментариях. Неужели чеснок отпугивает? Ну, такого улова, как этот раз, у меня вообще не было. Первый раз так вот. Этим уловом. Ну, ложись. Тик, все встало.
может быть, и запах печени приманит. Ну что это за рыба-то? Вообще ни о чем. Правильно, правда? Правда, наверное, кто-то из подписчиков писал, что я всего ротана выловил. И особенно главаря, вождя стаи. Теперь, говорит, ротан весь изведется здесь. Не знаю, правда, нет. Кто смотрел мое видео, один из подписчиков писал, что если ротану полежать 3 часа, либо там час-полтора, и кинуть в лунку, то он оживет. Ребят, как видим, вот он ротан. В прошлом видео я его кидал. Оживет он у нас или не оживет? Говорят, что оживает. Я не знаю, сколько ждать. Подлет загнал его. Ну, посмотрим. Специально подлет, чтобы он ожил. Но, как видим, он не ожил. Друзья мои, он не ожил. Ротан не оживает. Он лежал где-то примерно минут 30 полежал, замерз, и я его сразу в воду положил. И он, короче, не ожил. Так что все это миф. Пусть лиса съест. Вычищаем лунку и уже достаем большую мордушку. Итак, третья лунка, она же майна, была вычищена и вскрыта. Достаем. О, нифига. Но я бы не сказал, что здесь много. Так, высыпаем все отсюда. Так, кишки. Мы лисички-сестрички отдаем. Ловить рыбка большая и очень большая. Все. Что ты не хочешь тонуть? Все, уходи на дно. Вот такой вот улов небогатый. Так, это тоже лисички. Отдадим. Это тоже лисички, это тоже. Что у нас получается? Раз, два, три. 4. О, какой крупный. 5. Тоже крупный, хороший, пожарить. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ну а копыта
пусть лисичка грызет их. 33 штуки попалось в большой мордушке. Небогат улов. Ладно, оставляем это все мы на 3 дня, как уже сказал. И потом уже приезжаем, проверяем и снимаем. Все, собираемся домой. На этом всем спасибо, кто смотрел. Кто не подписан на канал, подписываемся. Ставим, как всегда, грозные лайки. Ну и до новых встреч уже на канале. Да, ребят, как видим, чеснок, он не помог рыбе. То есть рыба не шла на чеснок. Ну, я могу ошибаться. Возможно, у ротана из-за этого хода нету. То есть не виноват чеснок. Но эксперимент мы сделали какой? Что я взял печень кровяную, 3 куска закинул в каждую мордушку. Из одной мордушки я полностью освободил, то есть вытащил даже чеснок, а в 2 мордушках оставил чеснок и покидал кровяную печень. Ну и через 3 дня приедем, проверим, будет ли результат, либо не будет. Но если будет, либо не будет, мы в любом случае уже будем снимать мордушки. Уже до следующего года будем рыбачить на ротана. Также я не забыл покормить лисичку-сестричку Патрикеевну. Легкие повыкидывал. И печень. Кусок свежей печени тоже ей кинул. Ну и копыта. Копыта пусть лежат. Тоже, может, тоже кто-нибудь погрызет. Многие задают вопрос, почему именно не копыта, а копыта. Берем скотскую ногу. Да? Скотская нога. Она с копытами, правильно называется, копытами. А когда отрубаешь копыта, то есть от этой ноги отделяешь ее, называется копыта. Так что за копыта ставим лаечки. Ну и до новых встреч. Все, всем пока на канале. На следующей рыбалке уже. Ох. Был бы ковер самолет, сейчас бы чуть-чуть долетел бы. Идти тяжело по снегу. Лыжи тоже сами не едут. Не хотят. Легкий снежок такой идет. Так, ничего не забыли? Да не, ничего. Все, идем.